Друзья, привет! Новогодние каникулы в самом разгаре. Лень что-либо себе готовить, что-либо заказывать. В холодильнике нашел вот такую фиготень. Это суп-лапша с курицей. Готовое блюдо, замороженное. Вроде как по составу все прекрасно. Без каких-либо усилителей. Но посмотрим. Покупал ее в Ашане. Стоимость, по-моему, рублей 50-60, что-то типа такого. Вот такой вот. Такая вот баночка. Мне напоминает упаковку из-под Роллтона. По-моему, такой вот. Ну что, давайте вскроем, посмотрим, что это себя представляет. Суп-лапша. Вот так это все выглядит вблизи. Ну, пока не очень аппетитно и не очень понятно, что там внутри. Ну, давайте как по инструкции посмотрим. Надо разогреть микроволновочки. Сколько минут? Сейчас попробуем. Так, максимальная мощность 5-6 минут в микроволновой печи. Ну что, поехали. Подогрела наш супик, правда, немножко передержал. Поставил на 6 минут, и у меня все вывалилось. Закипело и немножко пролилось. В общем, вот перелил я в нашу плошечку. Давайте посмотрим поближе наш куриный суп-лапша. А, суп-лапша с курицей. В принципе, видим макарошки, кусочки курицы попадаются. Их не так много, но в принципе они есть. Пахнет хорошо, пахнет вкусно. Ну что, давайте теперь пробовать и делать выводы. На сколько баллов из 10 тянет наш суп, лапша с курицей. Давайте пробовать. Немножко сильно я нагрел наш суп. Поэтому пусть немножко отдохнет. Сейчас, думаю, суп. Ну, сделаю обжорчик на супик. И следом пойдут у нас курочка с картошкой. Это уже будет в следующем видео. Купил еще упаковочку замороженного от Мираторга. Такую еще не делал обзорчик на моем канале. Давай попробуем курочку и сделаем выводы, вкусная ли курочка. Поехали. Не пойму, что за часть курицы, но как-то средненько. Вот тут есть и белое мясо. Ту часть, которую я попробовал, не особо вкусно. Давайте еще раз попробуем. Подотрежем макарошки. Пробуем. Не, ну, в принципе, неплохо. Допустим, взял, кинул в морозилку дома, чтобы, да, было. Потому что у меня срок годности. Так, вон написано, да, 100. 170 суток при минус 18. Неплохо, неплохо. Хотя порция, я не сказал, что очень большая. В принципе, такое съешь, и как бы еще хочется второго будет. Давайте попробуем еще разок. Ну, нормально. В принципе, по 10-бальной шкале давайте поставим где-то баллов 7. Это вообще, в принципе, неплохо. Такой наваристый бульончик. Не знаю, добавляют ли они туда химию или не добавляют, но по составу вроде натурально. Ну и так на вкус, в принципе. Ну, конечно, не домашний, но приближен к домашнему вкусу. В принципе, очень неплохо. Единственное, поболее курицы в нашем супе. А так неплохо, неплохо. Вот такой вот наш обжорчик на суп от главсупа. Главсуп, суп-лапша с курицей. Ставим, давайте, 7 баллов из 10. В принципе, неплохо. В морозилке пусть лежит. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.